Заявку можно? Заявку-то можно, конечно. Слушаю. Под знаменем фортуны. Под знаменем фортуны. Сейчас дайте подумать. Почти уверен, что есть текст. И скоро он обнаружится прямо вот здесь. Я даже ничего не надо будет перекладывать. Так что это почти стопроцентное исполнение песни. Это означает почти стопроцентное исполнение песни. Но не сразу. Хотя с другой стороны. Сейчас, секунду, дайте подумать. Да, чуть погодя. Не кричи, глашатай, не труби сбора, погоди, недолго терпеть. Нет, еще не завтра, но уже скоро Риму предстоит умереть. Радуйся, торговец, закупай мыло, мыло скоро будет в цене. Скоро будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне. Не зевай, историк, сочиняй книгу, наблюдай вращение земли. Каждому столетию, году, дню, мигу, сколько надлежит, удели. Ветер поднимается, звезда меркнет, Цезарь спит и стонет во сне. Скоро станет ясно, кто кого свергнет, а меня убьют на войне. Смейся ли в каное, разливай вина, знать, что будет, ты не вольна. Но можешь мне поверить по всему, видно, что тебя не тронет война. Знать, что будет завтра, много ли в том толка, думай о сегодняшнем дне. Я ж хотя и знаю, скажу только, что меня убьют на войне.